Приветствую всех на моем канале. Пришла долгожданная посылочка. Сейчас мы будем распаковывать. Конечно, рано пока еще радоваться. Надо будет еще проверять, конечно. За китайцами все надо проверять. Жалко, пока не на чем проверить даже. Это пришел контроллер. Контроллер 5 киловатт, от 60 до 120 вольт. Упаковал хорошо. Поролонка пригодится. Ох, пипец. Вот это жесть. Это жесть. Так, это мы отложим. Ну и проводище. Да. Bluetooth модуль настраивается через Bluetooth. Единственное, что программное обеспечение на сотовый телефон. Где его взять? Дальше. Она нам больше не понадобится. Так. Что у нас тут? Инструкции нибудь какие-нибудь. Угу. Распиновочки все. Должен был еще положить новый кассет. Круиз-контроллер, кнопочки. И, по-моему, ручку газ. Рукового типа. Да. Вот она. Рукового типа. Замечательная, качественная. Ну, как на картинке. Это гудок типа круиз. Так. Все подписано прям. Сигналка. Чего тут только нету, походу, а? Чего тут только нету. Торможение высокого уровня. Капец, короче. Маленькая скорость. Газа подходит. Подходит. Замечательно. Замечательно. Круиз. Круиз, круиз, круиз. Круиз подходит. Они все, в принципе, одинаковые, да? Куда они замыкаются? На массу, наверное. Все. Блин, что тут только нет, а? Задняя скорость. О, вот это вообще замечательно. Задняя скорость есть. Это что у нас тут? Не подписано. Ну ладно, потом прочитаю. Инструмент какой-то. Тоже непонятно. Тоже непонятно. Это датчики холода больше нет. Хотя, по-моему, даже может без датчиков холода работать. Короче, надо будет читать, разбираться. Ну, что я могу сказать?
вещь жестокая. Жестокая. Обошло все это дело в $254. Там еще плюс, наверное, скидки. Кэшбэк еще работал. Ну, короче. $254 плюс там кэшбэк. Такая вот махина. Весит. Так, сколько весит? 0,5 килограмма гиря. Ну, около килограмма, наверное, весит. Питание. Черный, красный. Питание – это фазные провода. Все понятно. Все понятно. От 60 до 120 вольт. Хорошо. Уже блок питания есть. Вот еще не собран, но можно будет уже экспериментировать. С блоком питания лабораторным все гораздо проще. Такое вот видео, распаковочка. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите в комментариях. Хотелось бы узнать ваше мнение. Крепить буду между передним колесом и рамой. На раму, на саму часть переднюю. Чтобы обдувался ветром. Ну, как, в принципе, как все делают. Единственное, не хотелось, конечно, дырявить корпус. Но, видимо, придется двумя болтами. Наверное, все-таки придется это сделать. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет сборка моего велосипеда. Всем удачи, до новых видео, всем пока.